В 2018 году из Азербайджана в Армению было перечислено 211 миллионов долларов. Как передает канал 13 со ссылкой на «Спутник Армения», об этом заявил депутат фракции «Просвещенная Армения» Армен Егиазарян на заседании постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам, ссылаясь на данные годового отчета Всемирного банка. «В первую очередь я обратился в Центральный банк Армении. Там мне сказали, что по их информации основанием для подобного перевода могли стать события, связанные с 90-ми годами, когда армяне из Азербайджана переселялись в Армению и наоборот. Было сказано, что в основе формулы лежат эти цифры, и эти 211 миллионов были выведены в соответствии с этой резолюцией», — сказал депутат. Егиазарян также сообщил, что после его обращения эта часть доклада была удалена с сайта, но он сохранил скриншот. Что касается Центрального банка, я обсудил это с коллегами из ЦБ Армении. Мы все изучили, и стало ясно, что никаких переводов по нашей банковской системе не было, отметил Егиазарян. Председатель постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам, депутат от фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян добавил, что согласно упомянутому докладу Всемирного банка, в 2018 году из Азербайджана в Армению было перечислено 211 миллионов долларов, из Армении в Азербайджан 84 миллионов долларов, а в 2018 году из Азербайджана в Армению было перечислено 7 миллионов долларов, из Армении в Азербайджан 174 миллионов долларов. То есть получается, что в 2018 году там протекали какие-то процессы. Очевидно, что здесь проблема либо с методологией, либо с применением методологии. Всем понятно, что этого не может быть. Во-вторых, была проблема, которую косвенно признали и в ЦБ, и в связи с этим доклад удалили. В-третьих, если этот вопрос продолжает вызывать интерес, а меня он интересует, мы попытаемся получить от Всемирного банка ответ на вопрос, если базовые данные остались прежними, то чем обусловлены эти отклонения, сказал Тунян. Тем не менее, до окончательного разъяснения вопроса председатель постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам заявил, что в 2017 или в 2018 году из Армении в Азербайджан и наоборот деньги не перечислялись, а озвученные данные недостоверны. Оппозиционный депутат согласился с замечанием Тунаняна, добавив, что обсуждение по этому вопросу с Центробанком Армении продолжаются.